Девочки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать свою ванилу. Смотрите, 29 августа я пересадила вот эти три кустика в кашпо диаметром 20 сантиметров. Сегодня у нас 3 сентября, и я буду первый раз поливать кустики свои. Вот грунт, верхний слой подсох, но там вот внутри, под сухим слоем, еще влажность есть. Но полив уже нужен. Вот, сейчас я нагрела водички и вот такой вот штучкой, своей поливалкой, буду осторожненько, аккуратненько поливать по всему периметру этого кашпо, да? Вот. Чтобы у нас везде влага была. То есть, чтобы полив равномерный был, да? Это очень важно, потому что корешки хорошо растут, они крепкие, именно когда у нас грунт умеренно влажный. Вот, значит, после пересадки 3 дня у меня вот это кашпо стояло в тепличке. Вот, и только спустя 3 дня я достала из теплички. Поставила на верхнюю полочку стеллажа. Там освещение только от окошка, в общем-то, не под лампами. И постоянно наблюдала, чтобы не привяли листочки, потому что пересадка была не совсем щадящая, и корешки немножко, конечно, нарушились. Цветочки я не стала убирать во время пересадки. Я их оставила. Убрала только те цветоносы, которые подзавяли, и поснимала листики, которые подпортились. Ну, это нижнего ряда были листочки. Вот, немножечко направила так вот розеточки, чтобы они у меня разрастались и постепенно спускались вниз плетью. Вот, думаю, что у меня все получится. Вот, и эта красота уже через месяц заполнит вот это кашпо. Ну, то есть не будет видно грунта здесь, а будет все зелененькое. И все будет цвести вот такими розочками нежно-розового цвета. Робс Ванила Трейл. Люблю, обожаю. Сорт вообще шикарный. Для новичков самое то. Он очень быстро растет, не капризный и рано зацветает. Цветет потом очень долго и обильно.